Рога, нет, сидишь тут наверху. Идут смекал, какой молодец, Гавайи. По роге кулак тоже. Угу. Что там, готовы, нет? Так готово Я было. готов, я хуй знаю чего. Давайте, чек пошли. Так чек был, все готовы были, кроме Родстайла. Пошли, смекалка, пошли. Все, стойте, тут там дохуя, блядь. Кью, кидай проклятие стихии, потому что я агонию кидаю. Я в Африке. Там еще один или два, да? Да, не щадите их, бейте без промаха. Да, да. Паладин, ты чем занимаешься? Может, ты не будешь больше так делать никогда? Фартовый пацан. Если бы сейчас три стража заспавнилось, я думал, Кири бы тебе все сказал. Я думаю, ты много нового про себя узнал. Сейчас Алис тебе расскажет. Большой, поехали уже, РДД. Если на ком-то есть яд или болезнь, вы можете, и вы находитесь в первой пати, можете ближе к этой морде подойти. Там здесь спалит. Следующие щупальца, следующие. Ищите всегда глазами щупальца. Скоро порталы, там можете, идите встать вокруг босса по углам. Пошли в портал. Задохнитесь собственной ненависти. Пищите, смертные. Конец близок. Задохнитесь собственной ненависти. Задохнитесь собственной ненависти. Ну отвернись, какой молодец. Ты же видишь, что тебя бьет. Да сдохни, ебаная хуйня, бля. Он еще один дракон. Спиной, значит. Нужно спиной стоять к этим чупочкам. Пошли, 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 пошли. Все большое, большое все. Все большое. Хуярьте. И отставил тоже. Так, у вас таймер-то есть?
У меня есть. Выходим быстрей. Долго, блядь, мы там, блядь, бегаем в комнате. Позорная комната. Комната просто ни о чем, блядь. Наварил вообще ни о чем, если честно. От черепка. Помните здравомыслие тех, кто в комнату ходит, чтобы там мне, блядь, МК не проебать. Порталы 3 секунды. Пошли в комнату. Сбегайтесь, красный. Где смекалка? Смекалка что-то. А вот. Уйдите, милики, вы не бьете большое, блять. Вас оно шотнет, я вас хуй захилю. Когда мозг открыт, тогда встанет со щупальца, тогда вы бьете большое все. Пошли в мозг, бегом. У нас времени мало, мы, блять, очень долго бьем ебаные щупальца. Милики, теперь бьете. Милики, бьете большое все. Все большое. Это приоритет. Теперь среднее, разлагающееся. Сейчас у вас побольше немножко. 10, 9, 8, 7. О, таймер появился. Выходите. Выходим быстрей. 3 секунды, выйти. Трепещите, смертные. Пойду подвосстанавливаюсь чуть-чуть. Тоже надо. Щупальца, ебаните быстрее. От черепка. Большую, быстрее. Порталы. Да, просто мы задотайте, блядь, и уходим в порталы. Порталы. А, вот это шляпная тема. Разбейте хила, удушающий. Бейте максимально быстро. Давай, заливаем нахуй. Калка, ты чё там? Отвернись, не ёпте. Не убили ещё, когда вы побежали, блядь? Беги сюда, кто там соединён со мной? Беги сюда, на эту сторону, тут большое. Хуй на то положить. Пошли быстрее. У нас мало времени, блядь, очень долго нахуй бьём. Большое убивайте. Вы не должны стоять в разных концах, сука. Я один хил, блядь, не два. Выходим. 5 секунд. Пошли, выходим. Ну, получается, блядь, надо за следующую постараться, блядь, перевести. Сколько там процентов? Блядь, я не посмотрел. Там что-то около 60, блядь. Мало бьем, блядь. Долго очень комната закрывается. Так надо заранее, ну, да, порталом вставать. Только RCL, конечно, быстро все это делает. Вот вставайте уже по квадратам. Продиспельте. 2 секунды порталы. Заходим. Удушающее разбейте, здесь держит рогу. А кто в порталы, блядь, в мои зашел, сука? Ну их 4, вы не распределялись. Трепещите, смертные. Конец близок. Удушающий. Где ты там? Я тебя не вижу, блядь. За колонну. Пошли. Давайте, у нас есть 20 секунд. Можно за 20 секунд попробовать перевести. Бейте все. Паладин, хули ты встал, бей большое, встань, прием, ты в дисе. Так мы хуй че убьем, блять. Нахуя его в комнату было вообще ставить? Мы, он не в комнате с нами. Не, выходим. Сверху не понимает ничего. Выходим, быстрей. Разлагающая, фуловая стоит, хули мы стоим. И уже без роги, блядь. СС можешь на кого-то дать заранее.
Я бы по хантам, да, один по танку, другой по ханту. Ну, порталы. Три портала, быстрее. Я слева, справа заберу, возле щупальца. По центру бейте щупальца, быстрее. Киря, блядь, где ты там нахуй? Да там по центру стою, блядь. Клан, отвернись. Какой молодец, там... тоже отвернись, ну ёбану мать, ну... Как вас хитнуть? Заливайте быстрее, заливайте, блядь. Я во льду в ебаном стою каком-то, я не могу нихуя, блядь. Это ходер тебя спас. Да я понял. Вот какого молодца не спас. Ну чё за херня, чё отвернуться? Удушающая. Тут нельзя отвернуться, потому что он со всех сторон, это хуйня, блядь. Сейчас большое добили, большое, и потом то пойдем мелкое. Хотя бы подождали бы, пока вас похилят. Все, фаза. Спиной хилы, танки, спиной милики. Паладиныч, сюда, блядь, к морде быстрей. Здесь все встали ловим. В кучу встали все. Отворачивайтесь. Смотрите, не проебите, блядь, эту хуйню. Не пополнит нам 9, нахуй. Этот, давайте сейчас все встанем, наверное, а, Гера есть, да? Да, сейчас. Все, здравомыслие фул. Сука, никто не хочет там щупальца добить, сколько у него там, оно заебало дебаф. Я добил, я задотал его. Я вместо хила диспейлю, блядь. Ну стоит тотем на одну группу. Проклятие. До 1%, если что, надо помогать. Сколько там дверцы? А, время есть. Помогайте, блядь, до 1%. Они убьют его нахуй. Мы его до берсы убьем, блядь. Помогайте стражей до процента. Поманись. Где щупальца диспел кидает проклятие? Посмотрите, пожалуйста. Я не вижу нихуя. Щупальца хуй знает где. Ее там только пет, блядь, нахуй бьет. Она в самой... точки. На другой стороне комнаты, блядь. Пидерсия ебаная. Надо было перебегать его убить, нахуй. Сука. Вы можете не растягиваться, как говно по проруби, блядь, и не сдыхать, как конченые, блядь. Когда переводится босс, нельзя оставлять ни одного щупальца. Оно кидало дебафы на нас. Вместо захила, блядь, и диспелил. Дай мне ассиста или что, блядь, я на себя метку повешу. Они не понимают, что убежав от хила, они сдохнут нахуй. Ни диспела, ни захила по ним не будет, блядь. Я не могу хилить, блядь, с одной стороны и с другой через 100 метров, нахуй. Бить надо, блядь, два милика убили этот разлагающийся, видите, я побежал, блядь, к большому, значит бегите, хуй забейте, пока в комнате люди застанется щупальца, вы должны быть уже у большого и его бить, потом весь рейд уже бежит на все остальные, удушающий бьется в первую очередь, это освобождается хил дд, в первую очередь оно бьется. Если сейчас такая хуйня будет, что мы с мордой собрались, то будем перемещаться всем рейдом, блядь, за спину, чтобы убить это разлагающее. Потому что это нахуй не хуйня, блядь. Он эти дебафы кидает. Сколько комнат было? 5? Хуйня, я в 10 только спикнулся, чтобы комнату быстро убивать. Сейчас, блядь, будет проще, блядь. Смотрите, они там, когда вы бьете, они процентов 30 дамага вам возвращают в виде тьмы.
Если что, щит теней можно луку прожимать. Ханты не хилятся и нихуя, их приоритете хилить. Чем больше Квизер, ты тогда в Африка иди, потому что нам на ласте надо будет много дот. Я знаю, что надо нам много дот. Как бы десятку из Африка обычку вы убьете. Всем привет. Мы здравомыслие можем пополнять, поэтому похуй. Привет. У меня просто, блядь, все сокеты стоят, блядь, нахуй, накрыть на всю хуйню. У меня хосты нихуя нет, тут Африк без понту. Че, вы второго готовы там? Это шмоток нету. Квизер. Квизер, давай, давай, в Африка. Господи, как тебя еще назвать? Как тебя по-русски там зовут, боже мой. Игорь, о, будем тебя Игорем звать. А то стрёмный ник у тебя какой-то нечитаемый. Какого беса? Ты же в Африке собаку зови. Санёк. Погнали. Забыл я про этот сокет, забыл. Давайте чекайте, поехали, время нахуй нахуя теряем. Обойдите просто чуть-чуть справа и все. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Может, вы сюда подойдете? К вам лужа идет. Сложно. Сам подойду. Назад отходи, смекалка, сейчас спулишь моба. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Подвисло. Ну все, нормально. Так что там еще три моба, да, или два? Забирай, забирай, забирай. Не бейте его, блядь. Не бейте его, блядь, чтобы он не взорвался в рейде. Отойдите нахуй. Вы что, ебанутые, блядь, вообще нахуй или что? Говорю, не бейте, блядь! Да стоят, ты, кастуют, блядь, что ебанутые, блядь. Я говорю, не бейте ебаного моба, стоят, блядь, косту. Вы глухие нахуй или что, блядь? Сука, я два раза, блядь, сказал, не бейте, блядь. Да я два таунта кинул, на нем не восприимчивость, допустим. Да я в курсе, как это делать.
Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, не щадите их, бейте без промаха. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Сейчас сниму. О, могу. Сзади моб. Отойдите от него. Щупальцу, щупальцу быстро убили. Большую РДД поехали. Да, блин. Сейчас порталы будут, приготовились. Пошли. Не умирайте, блин, вы все порталы высосали. Добивай. Заткнитесь собственной ненависти. Пошли, мозг, быстро, 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 быстро. Это заклинание еще не готово. Мы сейчас нормально влили в мозг. Я процентов 25 сняли. Три
Пошли, пошли, пошли. Задохнитесь собственной ненависти. Это как получилось? Так, и со своей стороны убил. Центрально убиваем быстрее. А как сдох Ханда, блядь? Увидел его даже. Волшебник пускай с нами идет. Не-н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 е. Он там диспелит проклятие выше. Или Квейзер, или Рогатог. Пошли, выходим, смекалка. У нас РДД хватит, а тяжело еще. Пошли в порталы, бегом. Как так-то? Не свиняйте. Ты сейчас споткнулся? Получается, блядь, споткнулся, когда в комнату зашел. Сорок девять. Хули тут пробовать, блядь, не хуй пробовать, не с кем, блядь. Сорок четыре. Сорок два. Выходим. Выходите быстрее. МК еще взяло, все, можете умирать. Можете. Минус три. Из меня подцепили. Я не знаю, как вы умираете, что Хангдавид под текстуры упал. Что Гавай сейчас зашел, просто споткнулся. Но обычно ты заходишь в комнату и отворачиваешься сразу же. И тогда можно уже думать, какая там комната и так далее. Это все происходит меньше, чем за секунду, но... Ну, типа, наберетесь опыта и это... Вон, первый раз, когда зашли, никто не умер, очень быстро убили. У нас было почти 30 секунд на дамаг мозга. А потом бах, Хант отлетел почему-то. В принципе, как бы нормально. Ну я. Он там. Да. Я даже прокачал. Так, я тут. Вставал как быстрее как. Чё, может, на хантов раскидаем так? Давай.
Давай я тогда на смекалку кину, ты давай на молодцы. Сейчас рейс, подожди, я сейчас этот поем рыбу СС кину по какому молодцу, да? Там в плане тяжело, что это. Они за стенками постоянно. Ни разу. У нас все время или к драконам кидают нахуй, или к этим, блядь. Или к в некрополис, короче. Да. Постоянно колон. Если было вот это Штормграда, блядь, там охуенно, блядь. Да. Там просто за секунду все это. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Напуливайте сразу моба, не спать. Я пока не могу прочитать это Это последний? Лужи, когда пропадают, сразу видно. Играем по щупальцам. РДД уже по большой, поехали. Косты сбивайте все моб этой щупальца ебаной. Не тяжело это сделать. Фир ебаный, блядь. Так, сейчас портал уже скоро, да? Угу. У меня не пишет ДБМ портал, у меня только, блядь, пишет Берсу, нахуй, и быстрое убийство, блядь. Я в это щупальце сзади. Обожаю, когда такое происходит. Что за хуйня? Как он сдох? Как? Меня схватило и луч меня ударил. А он при чем тут? А, этот? Не знаю. Че, вы заходите в порталы, нет?
А где Верн сдох? Что за хуйня? Так, блядь, смысл заходить? Ну, блядь, без одного ДД, блядь. Один ДД. Патруль не упал, блядь. Ну, а ты блинкаешься туда, блядь, стоя где-то в текстурах. Нет? Фир, понял, блядь. Ну, значит, падайте, шо, блядь. Будем бегать, как бомжи, блядь, дальше нахуй сдыхать. Быстрее тогда это повернитесь, чтобы до этого... До МК не довели. Ищите, смертные! Конец близок! Ну я заморожен, сними баф, который заморозку дает. Это же типа как глыба. Да, можно мышкой. Я уже проверял. Да я понимаю, если бы дохли, если бы косячили, блядь, а тут просто из-за текстур. Юрчел, а что там ты опять, блядь? Зацепил опять ноутбук, он упал. Подождите секундочку, у меня тут очень важная миссия, я Айкос чищу, блядь, отверткой. Что такое Айкос? Да, пульбулятор. Да вроде бы. Без промаха.
Можем вот тут обратно типа вернуться. Ну ладно, как хотите, бог, пойдемте бегать так. Это последний или нет? Да, последний. Работаем. Большую сразу играем, отошли от нее, милики. Смекалка, сбегите с этой войны быстрей. Пошли порталы, бегом. Трепещите, смертные. Конец близок. Задохнитесь собственной ненависти. Задохнитесь собственной ненависти. Задохнитесь собственной ненависти. Смекал, это там. Мы в РДД, блядь, ходим. Мы можем, блядь, этот... Сверху, блядь, эту хуйню всю бить. Не спускайся вниз, пошли бегом. Выходим, выходим, выходим. Так, ну я там... Абдут обновил, в принципе, но 20% мы выбили за комнату. 21. 22. Смотрите, если комната с драконами, вниз никто не спрыгивайте. Стойте наверху, чтобы нам можно этот срез может мог нас нормально хилить. И сверху обстреливаем этих мобов. И по кругу все двигаемся, чтобы это было максимально быстро. Сразу обдотали ее максимально. Пошли в порталы уже. Во, вот это топовая. Во, вот это заебомба комната, блядь. Штормград. Все, пошли в мозг. Вообще изи. У нас сейчас там около 30 было, блядь. Ну, у нас второго ханта не было долго. Готовьтесь выходить, там 10 секунд осталось. Дотки обновили, блядь, всю хуйню. 55 сейчас у мозга. Пополняйте здравомыслие тех, кто в мозгу, обязательно, блядь, чтоб там никого в МК не взяло. Сзади, сзади. Так, 53, ну. Конец задохнитесь собственной ненависти. Рассредотачивайтесь по порталам, блядь. Пошли, пошли, пошли в порталы, бегом. Вот, это комната с драконами этот. Наверх заходите. Понял, все, и сверху мобов отстреливаем, бегом. Только портал залез. Иду, иду, иду.
Господи, Хант взял в мой портал, залетел. Все, пошли в мозг, бегом, бегом, бегом. Вот у нас 35 секунд. Я просто прожимка. Сорок семь, 46, 43. Вот сейчас вот чётенько идем. Тридцать два, 31. Все, перевели, выходим. Щупальца быстро забили, блядь. Бегом просто, мгновенно. Потом, блядь, только мобов бить. Так, здравомыслие там не проебываем обязательно. Внимательно за этим смотрим. Так, и за здравомыслием пошел, блядь. Что-то я забыл. Что, сорян. Спиной потихоньку стоим, ковыряем. По мобам там ультидотки подкидывайте. Все в порядке будет, не переживайте. Да, понятно. Здравомыслие обновляйте, если что. Смотрите за своим здравомыслием. Ханты, помогайте играть по мобам, блядь. Потому что они его сейчас разорвут нахуй. Бегом в моба все. Задотайте их просто, дайте мультидотик. Сложит артстайла, сдохнем все, соответственно, блядь. Босса мы успеем убить. У нас еще 4 минуты, ебать. Мы его, блядь, дотами просто, блядь, докидаем и все. Главное, блядь, не проебать танка. О, сука. Воин-охотник-шаман. Понимаю, блядь. Ну, это мне, наверное, походу. Авадон. Авадончик. Меч, конечно, чистая хуйня. Но зато он дает реально много хп. Он на танк, на ДК зашел, блядь. Он дает, учитывая, что он 119 и 159 стамина, это много, блядь. Силы еще. Ну, паладин заберет, наверное. Ну, паладин, походу, опуха, блядь, какая-то дерьмовая, блядь. Пускай берет себе чё.
Ура. Ой, бля, заебись, хули. Чё теперь идём? Ничего не идём. Ну, если хотите... Спать идём. Можно на фу собрать. Твинами. Или можно завтра поставить, если хотите. Дай портал. Ну, завтра я пойду.